Ураган Ирма усилился до пятой максимальной категории. Скорость его ветра достигает 260 км в час. Сейчас стихия движется к американскому штату Флорида, по которому ударит уже в эти выходные. Власти принимают экстренные меры предосторожности, эвакуируя более 600 тысяч человек. Ряд авиакомпаний полностью отменили полеты в Майами и Орландо. Остановлены и обе атомные электростанции штата. Этот ураган обладает совершенно исключительным разрушительным потенциалом. Прошу всех, кому он угрожает, быть бдительными и следовать всем рекомендациям правительственных чиновников и органов правопорядка. Нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности наших людей. Власти Флориды ожидают серьезных разрушений и призывают всех местных жителей запастись на 3 дня водой и продовольствием. Из-за массового отъезда людей на заправочных станциях резко снизились запасы горючего на территории штата. И прилегающих территориях введен режим чрезвычайного положения. Ирма обещает стать одним из самых мощных ураганов в Атлантике за последние столетия.